Форма погоны. На службе строга и сдержана. Елена Нижегородцева, начальник отделения кадров Одинцовского отдела вневедомственной охраны. Дома она совсем другая. Любящая жена и мама, которая находит время на хобби. А их у нее немало. Вышивание, танцевальный фитнес и кулинария. По выпечке это у нас коронный номер. Это торт «Наполеон». Это семейный рецепт. Вот. И каждый праздник ребята мне помогают, и мы вместе готовим. Есть какие-то секретные ингредиенты, может быть, какой-то секрет фирменный? А есть, как Макар говорит, с любовью. Да, фирменный ингредиент. Вышивает чаще всего ночью, по вечерам и выходным, готовит для любимых мужчин и танцует, чтобы оставаться в форме. Активным образом жизни уже заразила коллег и подруг. Без самых близких, мужа Дмитрия и троих сыновей, Савелия, Макара и Павла, ничего бы не успевала, признается Елена. В семье Нижегородцевых царит полное взаимопонимание. Я даже, наверное, не ожидала, что будет так хорошо, потому что они все вместе заняты между собой, и общие интересы. И теперь еще старший занимается младшим, и он смотрит на них и берет пример. Ну и самое главное, что во всем этом огромное внимание уделяет папа детям. Папа – тренер по шахматам. Любовь к этой игре привил и мальчишкам. Осталось только младшего научить, шутит Елена. И это, пожалуй, единственное занятие, в котором не участвует мама. А вот плавают, бегают и гуляют в парке почти всегда вместе. Таким Елена и представляет свой идеальный день матери. Самое главное, что мы будем вместе, а там мы уже сориентируемся по времени, какая будет погода, либо на улице также проведем с каким-то мероприятием, либо дома, если будет прохладно, то дома тоже устроим небольшой праздник. Получился сюжет о муже, шутит в конце съемки Елена, ведь успешно совмещать непростую службу, материнство, сразу несколько увлечений она может только благодаря ему. Поэтому и выходит, что в ее истории главный герой Дмитрий. Впрочем, она уверена. Так должно быть в каждой семье. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».